Жюри международного фестиваля конкурса детского и юношеского творчества «Южный ветер Лайв». Председатель жюри Александр Владимирович Обреталев, старший преподаватель Российского государственного университета имени Александра Николаевича Косыгина, член Союза театральных деятелей России, член Международного совета по танцу при ЮНЕСКО, преподаватель классического танца в школе современного танца «Цех». Андрей Александрович Лерш, президент Республиканской общественной танцевально-спортивной организации «Ассоциация танцевальных культур», автор обучающего проекта для педагогов «Протанец», преподаватель хореографических дисциплин Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского, художественный руководитель Народного театра современного танца «Enjoy», Луганск, Луганская Народная Республика. Председатель жюри Светлана Александровна Алехина, преподаватель Таганрогского музыкального колледжа, солистка Таганрогского муниципального джаз-оркестра, член Союза концертных деятелей города Санкт-Петербурга. Екатерина Евгеньевна Бурунжу окончила Краснодарский государственный университет культуры и искусств города Краснодар, освоив программу специалитета по специальности «Музыкальное искусство эстрады». Выпускница Ростовской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова. Квалификация по направлению «Вокальное искусство», «Эстрадно-джазовое пение», а также Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского по направлению «Вокальное искусство». Преподаватель цикловой комиссии «Эстрадный вокал» в колледже Луганской государственной академии культуры и искусства имени Михаила Матусовского. Преподает предметы «Сольное пение», «Педагогическая практика» и «Методика постановки детского голоса». Преподаватель детской академии искусств Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Луганск, Луганская Народная Республика.